Ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики. Так, я как и обещала, сейчас буду снимаю видео о продукции Утатами, которую я приобрела себе. Так, начну. Вот шампунь и кондиционер с добавлением хемухима. Хочу заранее сказать, что я очень капризная насчет шампуня, очень, потому что у меня волосы кудрявые, волнистые, и вот утром, когда я встаю, я вот так вот, когда вот проводила вот так вот по волосам, у меня сзади был как начёс, я не могла провести вот так вот волосы. И, конечно, когда увидела, в первую очередь я заказала шампунь и кондиционер. Так, что я могу сказать о шампуне? Это не шампунь. Это я так говорю, что это не шампунь, это что-то. Для меня это как травяной настой, как на геле. Вот я вам сейчас вот покажу, какой он. Вот смотрите, вот. Я уже раз пять ею помыла голову. А какой запах здесь? Просто прелесть. Я раз пять ею помыла голову. И потом я поняла, что вот наконец-то я нашла свое. Это действительно что-то. Вот те, кто вот капризный шампунь, или действительно кто любит себя, я рекомендую купить вот этот вот шампунь. Так, они есть с добавлением хемухима, от перхоти, трех видов. Вот это вот кондиционер, он очень густой. Вот смотрите, он даже вот так вот его можно вот держать. Вот. Тоже травы. Только травы. Я не знаю, как корейцы могли изобрести вот этот вот шампунь. Я не знаю. Это чудо. Вот сейчас свободно провожу по волосам руки. Утром, когда встаю, волосы легкие, шелковистые. Но знаете, вообще вот узнает тот, кто приобретет вот этот вот шампунь. Тут описание, у меня просто нет слов. Она просто, ну, нет слов, просто прелесть. И вот еще хочу сказать о кальции. Так, кальций, я до этого пила, да, я хочу сказать, что биодобавки, биологически активные добавки, у них под знаком GMP. Кто знаком с этим знаком, они знают, какого качества продукция бывает вот с этим с GMP знаком. Так, я хочу сказать, я и раньше пила кальций, японский кальций пила, но она была как, он был как кирпич, я не могла его глотать, я его делила на две и пила. А здесь берешь вот кальций, он вот такой вот, и сосешь как сосулечные конфетики. Можно потом разжевать. Но вкус как молочный, вот такой вкус, у меня внучки сказали, она как твердая манная каша. Я вначале внучке дала, у нее два года тому назад был гепатит, и потом это, после гепатита, вот года вот полтора, у нее были всегда потресканные губы, и вот тут вот вокруг, с края губ у нее кожа была такая шершавая. Вот. И потом я этот решила ей дать. Она попила. Ну, дня 4-5 попила. Я заметила, что у нее губы очень гладкие стали. И вот эта вот шершавость, она уменьшилась. Вот. Ну, дальше будем пить и посмотрим. Ну, пьется. И я тоже начала уже пить. И действительно, она как твердая манная каша. Вот что я. Вот это кальций. А теперь я хочу сказать о турбоцине. Он тоже под знаком GMP. Так, пьешь в день. Это вот такая вот она. Это день, это ночь. У меня вот лет 5 тому назад я как-то подвернула себе ногу, но особо не придала этому значения. И вот лет 5 уже вот я вот так вот время от времени у меня болела правая нога, а потом уже часто стала болеть.
Вот. И я думаю, вот возьму я в первую очередь кальций и это из биодобавок. После того, как я пропила 3 дня, на 4-й день, а мы, кстати, с сестренкой вместе стали вместе пить его, в один день начали пить. Вот после 3-4 дня его, как я его пропила, у меня стала сильно болеть нога. И именно эта нога, где у меня вот, ну, колени ног одной ноги. Я сестренке звоню. Я говорю, вот слушай, вот так вот, вот сегодня я вот так себя чувствую. Она говорит, я тоже говорит, так чувствую. Очень, ну как сильно болят. Ну болят, вот как раньше вот болели. И мы не стали на этом останавливаться. Дальше стали пить. Так, 4-й, 5-й, 6-й. На 7-й день немножко уменьшилась боль. Кстати, он для лечения суставов и хрящей. Уменьшилась боль. Сейчас я уже абсолютно ничего не чувствую. Я поднимаюсь на 4-й этаж. Я живу на 4-м этаже. И я чувствую, утром нет той скованности, вот что у меня было вот тут. Вот, ну, вот так вот я вставала утром. Сейчас его нету. Потом у меня вообще больные суставы. Я руку не могла вот до конца вот так вот сжать. И так как я очень... Мои дети, внуки любят очень мучное... И у нас через день мучное. Я уже года, сейчас скажу, 3. Я уже, вот честно, я уже не могла тесто делать, катать его. Я просила кого-нибудь, чтобы они мне тесто приготовили. Потом я как-то понемножку катала, но это было очень трудно. У меня вот тут вот все болело. У кого болят суставы, они знают. Вот тут вот, вот запястья болели. Вот это все пропало. Но я его пью всего лишь... 16-й день. Сегодня 16-й день. Поэтому вот у кого есть в семье взрослые люди, пожилые взрослые люди, вот смело, смело приобретайте вот этот вот препарат. Все, на этом я пока заканчиваю. Ждите следующего видео. Спасибо вам. Мир вашему дому. Поддерживайте меня, ставьте лайки. Всего доброго!